А вы знали, что наш кишечник производит за сутки до 10 литров муцина? И если недостаток муцина у вас, будет плохое пищеварение, будут запоры, и ваша микробиота не будет развиваться нужным образом, надлежащим. Так вот, такой продукт, как природный инулиновый концентрат, помогает вашему кишечнику нормально функционировать и нарастить нормальную микробиоту. И содержит инулин, пробиотик для наращивания вашей нормальной микрофлоры. Больше в моем телеграм-канале, переходите по ссылкам в описании профиля YouTube-канала. Всем здоровья и благополучия. С вами была Раиса Келлер. Пока-пока.